Сара яхе сарпыларыны соқып, зегерылы ейпшым видео сайхеты хайчал. Лара Зоя Аджинчал, а график хабхадзар арачалышку иллюстрациялы икзуршахё, арцею. У баски пшвик ахшара ран жвик амата чаранду, а цухтун пил хатчыргакце ичкан юныски бишбашук сарзы. Айбет писвархаца Игорь Панченко, сайха тихойчар, абай пара чадаца на койт. Юниски жипшик сарзы, а сайха тихойчар идгала, и рейхю а сайха тихой ялка ара заична ака за конкурсача, янышен ах подпят тып. Турбулентность это есть как раз таки то, что меня интересует сейчас. Арт айвичики из лейпшим рацоп. Руачк дыпхесуп, егит хацуп. Куралак рыбжоп, дуней хупшащила и чыхару прыгямаку и пшим. Лара Данкупшис, ахача дрыцам хуащха кудырхалон. Яра яхя хобби хасабла амат пейдзухойт. Чайник так, о, он тяжелый какой. Чугунный, да. Чугунный. Красиво. А вообще, как бы, вот в смысле быта вы тоже эстетствуете? Если чайник, то какой-то непохожий. Нет, почему? Нету такого стремления быть непохожим. Есть стремление быть собой. Вот, а чайник, потому что он китайский хороший. Китайский лучший, китайский лучший, да. Лара, а сахи тихо таачара за резонатача, дары пырхагу пейл пхадзот. Яра дых таачара мацухола и нагдзаны с чыргум илшара кузагиха. Это сталагмиты. Это прямо из Афонской пещеры? Всего кусочек антропоморфного тела. Эстетических каких-то взглядов там. По поводу, то есть как, откуда бралась вот эта вот эстетика, да, вот этих форм, где учился этому, вот, пожалуйста, где учился. Действительно, природа – это высший творец. Ну да, это без этого никак, мы же просто можем подражать, имитировать ее, познавая ее и себя, то есть это фактически… Человек не самый лучший, в общем… Тоже в этой природе. Ну да, почему? А кто сказал, что лучше? Может быть, камень, может быть, дерево, да, прекраснее. Да. Почему бы нет? Дело в том, что человек, он просто обладает достаточным потенциалом сознания для того, чтобы все это как-то постигать, но он не является венцом. А композиция Тахар Апсабарайчка еще Шипсахарауама? Маму. Апсабара изыкузала, габасичинка хазар губри реянало. Апсабара чоко гегушазом, абрина пыло ехарцу аргыларом, а маджера крапсахуат апсабара чоко губри опи хвартам. Апсабара ватсароб, ираянало ала, ира ватснукаром. Огулова нухазароб, огулазароб. А гармония хипу апсабара чоко? Нас. Вова гулазароб, ира огулшам дашоко, ала уголов. Сара Анке с альпинистом. Он сама студент узум. А ей обря творчал ханхоз, обря творчал я, что не хочешь как узик сын с рахсхан. Убри бзи из бун, сына цена с шедзомист. Ах, сначала на сам сиштуан, мах айср рахуеху, обря айср арахуирфу, наса апацхаку и рукурцу, убри схавойт, обря творчал айср рахцу бера. Убрал сиштуан, а отсутствовал. Обрязно обгодил, ажку хаман. Ари покашин плаханы с ажку гахгейт. Ирфой зана города. Убрал сиштуан, и дрон с шумшоз. А каба цумшон в цейхон, с шедом схон. Усман с цум. Ва, усхон, вас халон при сртуане, срхуане, сртуан нас адаса. Ахула гарайтасцо, нас солдан изгонаха. А бряш хорохом педу не сонал, а пшлок апсабара. Убри бускак склоз нархаван сейла гон. Сара сфархат шарзыхан и сыр мазейд ей пшу аздзаару кушбака. Сала гарстаху пабас. А пхюс асэхэ тэхве. Ахаца асэхэ тэхве дьиткалы на даугозар лыбста азащи зипшой харахча. Я пхюс и узыцшгёб. Я думаю, что все-таки женщины почему-то... Ну, есть как бы мое представление об этом, почему сложнее. Видимо, это так заложено природой, что женщина функционально должна быть матерью.
хочкое таче накала, вахги лубже харакова, лумч вахо пехцо, и утахузрги акатары в наркотуцу мой. Уйд сахатыхуйми, уйд сацейцкиске талантим убира. Все уйдери арисим этим. Аха ярей гуаху сумму, аха чай хаам тарымал. Есть женщины, которые занимаются пошивом одежды, дизайнеры хорошие, они поют, танцуют хорошо. Женщина-скульптор, женщина-исключение. Это скорее исключение, да, их очень мало. Опять же, я вот пока не находил еще ни одной женщины, которая бы писала картины. Она может что-то все равно там будет декоративным таким отправлением, но никак к живописи или какой-то вот скульптуре там не имеет общем, никакого отношения. Мужской шовинизм. Шовинизм, да. Мама, если он хочет на хусабри, а я школа это на оформление, где-то хмзи, лагай судртон, лаги, уртки, остин газета, курома, гилу, и сала на гала, на гинь, яха-яха, а гемаскан, Леша Гогу любра, хадхаван, убра, покаштан. Леша Гогу днил, он хахириях, кяцолом, гинь, я саха, кони, без, ну, уги статья, кейта, псмах, вообще, рома, гем. Ой, она жда нас, хочек схочта солнца, Максап за беги сандарги, а хоть раз усхожу, уже тебе высшему все усхожу на скуяху, на гинс хоть что хмусту. Все схана, без сахату ходит, а без сашкиндар то ходит, а не то ходит, и газеры луги, а что тебя кучики. Несма, давай чай. Будет как-то уютнее, может быть, я не знаю. Тут как-то... Мы все в школе по чуть-чуть рисуем вроде бы, да, но не все становятся художниками. Как, вот, что такое должно быть состояние, да, в душе, в голове, что вот, выбрать ни экономику, ни юриспруденцию, ни что-то другое. Обучение рисунку и так далее. Все происходило с 9 лет. Самостоятельно или в школе? Нет, меня мать отдала в художественную школу. Любимая тема была, значит, изображение этих плавающих кораблей, парусных. Море, корабль. Да, людей я не умел рисовать. Ну, в 17 лет уже я был совершенно взрослым человеком. Ну, а в итоге вот были картины, написанные маслом, скажем? Тоже, были. Там, вот, посвященные морю там, или каким-то... Ну, была какая-то ерунда, в общем, такая. Вот. В училище я до третьего курса вообще практически ничего не делал. Угу. Ходил на дискотеки и пил пиво. А потом все пошло, поехало, и где-то уже... К 17 годам я перечитал вам всего Достоевского и, в общем-то, и Томас Ман. Потом позже чуть Гесс уже давно очень все это читалось, и все это должно перечитываться. Сара Юрочка два худают сба хлимитка. Сара керамика хистахана хаба градчинку бегает, аби псышала япхана, упри псышала апсу, образы, убри нас хачсаха газо, адухата там, да, убри газо, уйд хама ба графика хихана. Совет министров, это да, снега, ну, брисиха. Обязательно график. На со графиках со сцель, Джоханзарова, а что позже живопись, что? Вахутарицба, скульптурах Юрочка. Харги Луазала, Барта, Хавхрум Ганда, Абракова, Жахтад Марханда, Дара. Хубаку хавит, а сахатух разахат. Обызхача загадзанха. И джахшит, хара, хавхрум. С этих морских пейзажей началось такое вот вхождение, да, в это изобразительное искусство? Детство кончилось. И детство закончилось. То есть я как-то резко стал проявлять интерес, ну, к книгам. Дочекубзен захарахана, чар, аж хуквейра пихонирацана.
Джихайм Таргедр, Харахата, Убрягара Хапхан, Убрягара Хапшаван, Убрягара Др, Харахаяхтон, нас Джихум Пьяхтон, Джихатон, Чаргус Ханихаз, Гуахари Румаз, Ужи Румаз, Металант Румопаха, Ирумаз. И шпай знага тут, шпай рцату отцаю Асахатыхра. Хало год. И же ракхе гло правило хворла при закон кошку, а ритм закон. И рзым друазар, как в поэзии, в музыке, они не добьются ничего. Это основа ритм, равновесие, потом идет гармония это все. А потом в гармонии, потом отдельно рассматриваем, тоже как по музыке. Контрасты, общий фон. Смысл придавать, и этот смысл тоже подчинить пространству. Пространство еще и перспективы есть. Я согласен, что школа, можно вначале отрицать всякую важность этой школы поначалу, будучи максималистом, юношей. А хоть курту цигалы пшидзопа, а при нехарту цигалы пшидзопа, гуадзопаха. Анаха схуцра гетахами, ахшият это думи, ой, вы считаете, убрёб абортир царша. Моё образование длилось и длится сейчас ещё, и я прихожу к этому сейчас. То есть композиционные какие-то моменты, да, мои открытия, они, оказывается, совпадают с какими-то классическими образцами, лучшими их образцами. Не совпало с моим нахождением в стенах этого учебного заведения. Вы пришли к этому, не копируя их, а просто пришли к сам, этому, работая над собой. Да, работая над собой. Но в итоге приходишь к каким-то классическим, отвечающим требованиям изобразительной динамики. Зинза приапсабаре зайку не ассазу и злоу, яйцот, ахаубриги дырцатуми, ашатамами, абриавина. А венква ирта хузык дрыгулот, да, разнообразие хаячта на улице еще. У время другого хаяцо, а фундамент такой, захинджирей пшу. Нас брахи нарзхава, а вена ирна, не ургалар халот, а их ургалар халот, и уркумпалар халот, абстракция автор халот, классика автор халот. А фундамент один, закон для фундамента одно. И джаушиша, фархача, а сехатыхуя академика царахым подаима зарубхай шейк шахатуги, яхейкум шуоп. Лара за ялагамта за итахуп хейлупхадзот. Яра и итахупаха и гемадзам пытки кясана и хатпышу хочекан йола каштах дала гаргя царахай пхадзот. Леонардо да Винчи и Микеланджело это мои кумиры. Мирцеро, как и Бетховен, и Микеланджело, это рядом идут. Итальянцев почему-то недолюбливаю, потому что они слишком какие-то слащавые. Самый любимый Эль Греко. Эль Греко. Угу. Самый нелюбимый бедный Пикассо. Да. Почему? Он же как бы... Обокрал пионер, негров, авангарда. Детей. Ага. Ну, то есть Пикассо не кумир. Абсолютно не кумир. Дарбан сахатых из игра стоял в шкалу. Где ешь был? Врубель. Да. А русская школа? Врубель. Интересно. А всех остальных я уже просто либо к итальянцам, либо к французам, то есть русских тех. Потому что они учились... Да, они, это все вторичность. Да, абсолютно. До Врубеля все было. Врубель. Этот человек был... единственным авангардистом в свое время, да, он и сейчас тоже смотрится очень так актуально. Он действительно что-то смог вырваться из этих оков и как классицизма, а потом уже импрессионизма. Импрессионист созерцаю, уртки обри их артоза техника, чоканаком зер уртки реалист, а Гоген реалист ми. Или Ван Гог. Аха, они техника, что-то цирга зала, упряла и цирга. Да. А вот,
Главное же, как сделаешь, а не что сделаешь, как сделаешь. Упрецунаган, упрепрессионизм, упрялобас, ивейталеда. В любом случае, индивидуальность – это всегда авангард. Потому что это все... Индивидуальность – это авангард, да? Да, яркая индивидуальность – это всегда авангард, как бы то ни было. В любое время, вот это авангардист, вот Греко, например, он во все времена будет авангардистом. Ну, а искусство развивается, потом после импрессионизма были какие-то авангардные течения. Сейчас пошли. Это что, это закат искусства, или вы считаете, что это какое-то временное? Нет, это время делает такие измы. Сейчас время очень сумбурное, а при... Шхарака, Рхашка, Дракова, Раздырам, Абас, Артубуса, Нахала, Ария, Казарега, Чапсахает, хочек, а Убриам, Тахан, Маяковский Анги, вот Кандинский, Малевич, Гишколам Шур, Фет, Уртка, Ранги, Ануи, Насета, реализм я уабри нас соцреализм как говорится бри. Что ж по соцреализм? Ой, парахна тот заказ кушал за хгони хатона уже хнуква гаракумси. Когда-нибудь покупали картины вообще ваши? Ну конечно покупали. Было время, когда картины раскупали. В Москве это было, я когда жил там 8 лет, пока вот жил там с семьей. Яхтир пигахташа, знаешь что? Нас они оказывали хисхахотски выпсичхо. Нас хыхгигам концахачгигим лыгу на басиху бжаратку цуррргут. Иги вот хагуялу публицки. На гравюру к сыму по от Ахмада и гравюра или на гравюра басил по на галерею жилу. Убри на хастозак гиса с хутцом с добреджи габель. Убри стахни асцы. Убрия образ, убрия Ахмадовский лодоскоп, хон, насобнее техника, лайкосцапсан, эстамп. Когда вы писали, не преследуя цель? Чтобы... Нет, конечно. Ну, их покупали. Да, моя бывшая супруга, она, как говорит так, кончай рисовать своих уродов, мол, напиши натюрморт. И я, ну, деньги нужны, типа. Дело в том, что людям хочется чего-то необычного. Они... Значит, это необычное купили, а натюрморт долго продавался. Бри, от схрара, румазара, бри, хара, халигарх, меценат, шепши, бри, анкель, шехозепши. Ахарабса, зара, гейш, туп, хучикат, гылар, артуху, пахлыпши, артуху, ругуха, цату. Уй, руманку, он изыщит, зумачар, гиргука, хавуялагай. Ирбот, ари, хабра... Рехабеца, хашунхо, хашуку, гуакра курицуни хаму. Уяра схепша хамадзе. Ну, сэйнэнэ, инэтэн, сэхэк харцатха. Уяра сэхэк цэцхуйка, шугэйтуху, покрифаруб. Яй, гора хучикдуху, выключейтаруб. Уйда нас хуцлэк, нас дьянагу. Сейчас вот у меня картины покупались. Здесь бы была... семья. Здесь было бы все иначе. Вот такого бы не было запущенного такого состояния этой вот комнаты. Да? Убыс нас обас таатсаровым, койги убрима цара зхаку, зхаткалан, згадкалан, убрима цара лайцо, уртьяха, алтшокорой. Сарай сам алтшокор с казарахом, и унус счет, и мачу. Избан зарисизнам гдзрацов, нас вы сугочу и снархвать, скуснархвать, убегнызгот. Я все время думаю о том, что я мало все-таки что-то делаю. Нет времени, жизнь так коротка, хочется успеть что-то прочитать, хочется успеть что-то сделать. Яра ямта зигясеха тихроескуп, а хауя схойтха и предзадзом. Ларал халгузик яхазара языл карпейпша тагылы за ащахлымам дары гунылгойт, яхян зайлылша зихалцахем мачешулбойт. Уэзги абаси хуцу зусалсша корачак изгуамху асэхэтыхэйтша пхыдзлы ирбуйш. Игорь излэйхю ала ласыла садрей пхыдзуэйт и джищиху апшдзыр икны яго хадгилыч и упымлу апспкой апсаткой. Нас убартар тыхрыйча зайкуйт. Ну и вот, пожалуй, то состояние, к чему я стремился, но сейчас еще чего-то большего хочется, как правило.
Шарабхадзла Ижбой. Асахак. Асахак рвот, убри знызнула, убри пхадзирба стрхотера. Убри. Сергей Цесхэ. Сарабри кераза юбилейка. Искала шамзаку. А цветная ли на гравюра? А вообще смазали на гравюра. А цвета басдук его по галерее. Убри пхадзи збей, за композиции, иди, шухаз. Пхадзи збей. Асахи бо. Асахи бо. Асахи бо. Аха уи бо, ты их вазар. Ну иди еще хо. И то хо махом сар. А иди еще хо бо. Аха цахдзозар ге алот, аха сас захим дзе.